Доброе время суток всем зрителям. Опять нахожусь на этом чудесном месте и засниму видео о находках, которые опять не попали в кадр. Есть пару золотых колец, серебро и одно кольцо с ногой вместе, с костью. Интересно. Ну и дракон тоже. Сейчас посмотрим. Вот эти находочки. Вот. Это серьга. Круг такой большой был. Я его согнул. Согнутый был. Серебро. Так, тут кольцо. Серебро. 925 пробы. Потом такое недавно потерянное серебро с вулканическим камнем. О, второй камень пропал где-то. Вот такое. Потом очень приятная находочка. Такой вот дракончик. Подвеска. Тоже серебро. Так, потом попалось такое обручальное кольцо. Вес маленький, 4,4 примерно. Ну и проба слабая тоже. 375. Вот это колечко. Только наверху я понял, что там маленький бриллиантик. Вот он, еле видно. Сейчас мы его проверим. Бриллиант проверим. Ну и вот кольцо вместе с ногой. Вот. Что за птица, это надо по номеру вычислить. Интересно, кто его съел. Барракуда какая-то или кто? Канария, Эспана, 15, ну и цифра. Вот. И сейчас вот проверим это кольцо. Что это за бриллиант там? Для этого возьмем тестер. Сейчас. Берем тестер. Ждем, пока две лампочки горит. Настраиваем, да? Так, и берем бриллиантик сейчас. Он такой маленький, что там еле этот кончик можно попасть в него. Вот. Пошел до красного. Это значит, что это бриллиант. Вот. Все, бриллиант, друзья, маленький, но все-таки. Так что вот такие вот находочки опять не попали в кадр нужный, но приятные. На этом завершаю видео, наслаждаюсь природой. И завтра новые экспедиции. До новых встреч!